Все хорошо? А, вышло мало. Загрузка прервалась. Черт. Так и знал. Ладно. Но тогда я сам туда пойду. Ты что, спятил? Даже если ты проберешься, бесполезно. Там стоит шифр. А что мне делать? Ники у Дэмиана. Плюнуть на все? Конечно нет. Я не это имела в виду. Но он хитрит. Да, сначала сам разберусь, что это такое. Дэмиану верить нельзя. Я знаю. Короче, давай решать одну проблему за раз. Ладно? Если я достану данные, расшифруешь? Нет, это слишком сложно. А кто сможет? Допустим, этот ненормальный Тобиас. Он работал тут. Окей, с него и начнем. Главное, будь осторожна. Я и так осторожна. Прости. Окей. Окей. Ого. Ух ты. Реймонд Кинни. Это точно он. Он был разработчиком, нанятым для запуска всей сети ОС. Он создал кодировщик. У него должны быть лазейки. Чтоб влезть туда. Кинни круче всех. Это же его комната. Он просто гений. Нет-нет, он легенда. Думаю, легенду найти непросто. Его нет в сети. Вот уже год о нем никто не слышал. Скрывается где-то. Так, в сети можно найти кого угодно. Кинни в том числе. Найдем, где он был в последний раз. Он год как пропал. Замучаемся искать. Есть. Зараза умеет заметать следы. Но в одной точке он часто ошивался. Значит, через нее сможем найти Кинни. В теории. Отправляйся туда, подключишь меня к компу. Поищу еще раз из бункера. И клиент наш. Что ж, двинули. Выход здесь. Мы уже, кстати, о нем слышали по радиопередаче. Про этого Реймонда Кинни. Ну, отправимся на место, сейчас посмотрим. Сможем ли мы там подключиться? Итак, задание у нас, я так понимаю, активное, и быстрое перемещение совершить не удастся. Да, вот, честно говоря, это немного обидно. Ну ладно, и ЖД здесь далековато. Можно было бы на поезде проехать, но придется на авто. Итак, момент. Давайте тогда уж я сразу отметочку поставлю, и мы с вами поедем. И надо не забыть на этот раз про... А, вот смотрите, нифига, можем выехать... Но мне показывают, что надо выезжать на другую сторону. Это, да, не совсем будет, пожалуй, удобный маршрут. Слушаем звоночек. Когда найдем Кинни, будь начеку. Он может быть очень опасен. Опасен? С чего бы это? Он блюмовский стукач. Или кибертеррорист. Разные слухи ходят. Выделился тем, что почти весь Нью-Йорк без света оставил. А, я помню. 2003. Там не только Нью-Йорк, там весь Северо-Восток. Даже кто-то погиб. 11 человек. Все списали на ошибку софта. Что он хотел этим доказать? Вроде как хотел предупредить всех. Он не доверял людям из Блюм. О возможных жертвах просто не подумав. Вот и залег на дно. От нас ему не скрыться. В той точке сигнал Кинни мелькнул в последний раз. Хакеры часто используют ботов, когда им нужно скрыться. Хороший прием. Сам так делаю. Наверное, сигнал прыгает по всему миру. Надеюсь, он не остановится в каком-нибудь Китае или где подальше. Нет, он здесь. Просто маскируется. Он работал на Блюм. Что-то мне подсказывает, он не стал бы уходить далеко. Может. Но если он был в Чикаго, почему сидел так тихо? Как-то это на него совершенно не похоже.
Вроде он кого-то убил. Такое ему не сошло бы с рук. Вот и не высовывался. Ну вот и славненько. Так, я забыл. Давайте сюда забежим сейчас. Нет, не здесь вход у нас. Вот он вход. Забыл, что это за пиктограмма. Чего желаем? О, да. Итак, электронные компоненты. Чего надо? Я по максимуму беру здесь. Так, химикаты, отлично. Нестабильные химикаты. К царю, нифига себе. И продадим еще. Ну да. Получается, что продали, спасибо, на то и купили. За покупку. И вам спасибо, сударь. Так, давайте изготовим здесь. Может быть, даже блэкаут стоило бы. Ну ладно, я пока суетиться, пожалуй, не буду. Пусть у меня остается СВУ в быстром слоте. А нам надо сейчас чуть дальше проехать. Да, кого-то даже успел уже напугать. Красиво! Эйден, тут что-то не то. Реймонд Кинни повсюду, на всех бордах. Вообще странно, ты сказала, он год не высовывался. Наверное, ты заметил, что я нашла сигнал Кинни. Похоже, нас будут встречать. Ну пусть. Нет, все чисто здесь пока. Так, ну, безусловно, здесь уже требуется пушечка. Боже, пускай это будет с глушителем. И сразу смотрим, кто здесь есть еще. О, его даже можно взорвать, оказывается. Отлично. Так, что, кто-то увидел? Но если увидел кто-нибудь, это очень хорошая новость. Переключимся на эту камеру. Да что там такое? А, вот камера. Отлично. Так, yes. Еще одного увидел. У него там что? Камера. Это он чуть не взорвал. Не зевай. Ну, значит, надо его успокоить. Отлично. Итак, я на месте. Быть на чеку. И еще один. Так, получается, что трое здесь. Ну, пока что да. Выходит, что именно так. Не расслабляться. Ну, скажем так, неплохо снял его. Успел я, успел. Другой теперь пугается. Ну давай, 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 поближе подходи. Так, и вон он еще один. Вроде засек. Пойду разберусь. Ну все, последний остался. Ну блин, это понятно, что далеко он там. Ну давайте. Нет, 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 нет. Без риска. Ищите. Так, давайте я его, наверное, сюда. А, он сам ко мне придет. Ну ладно, привлечем уж тогда его. Все.
Черт! Кто-то нас засек. Давай быстрее. Что там мне нужно? Подключи меня к компу. Запущу поиск из бункера. Так, вот этот комп. Нет, не этот. Отлично, тут смотрите, еще денежки. А сколько у нас времени? Ух ты, прямо old school. Вот почему по закону клуб не закрыть. Готово. Клара, он в сети. Ну, здесь мы стесняться не будем. Блин, 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 это не то. Отлично, четверых. От взрыва меня уберегла моя защита. Да, хороший фейерверк был. Лара. Так. А, вижу. Готов. Так, ну это авансиком, да? Yes, троих. Но это пока не все. Ну что, мы засекли его. Мою душу. Так, ну мне бы хотя бы еще парочку снять вот этих вот. Готов. Жалеть, естественно, не будем. Ну а с этими, наверное, в таком случае можно уже... Блин, что такое? Давай, давай, давай! По-моему, готово. Полни. Полни? Лучше ничего не придумал, Рэй. Нужно стереть всю инфу. Я должен найти Кинни первым. Да, нет, рано я. Начал отсюда убегать. Ну бегом, бегом, бегом! Еще, 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 еще быстрее! Отлично! Ну теперь погоня! А вон он впереди! Но пожарка вроде не такая уж и скоростная, поэтому у нас есть неплохой шанс, я бы сказал. Прямо вот хоть сейчас выходи и гранатометом всаживай. Не, ну это большой риск. Сейчас его обходить. Так, куда он поехал-то? Я буду четко ехать. Нифига, он грузовик присадил. Вообще безбашенный какой-то тип там.
отрядом. Сканирование завершено. Мы не нашли его. Отлично. И мне плюсик. Карму. Так, ну когда же можно будет его остановить уже? Не получилось. Значит, надо добавлять. А вот теперь получилось. Давай, 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 давай! Ну, можно было и в рукопашку, я понадежнее. Потому что, смотрите, у него был дробовик. Воу! Все, давайте, 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 да, давайте отсюда сваливать. Так, извините. Такси. Поехали посмотрим, что дальше. Ну, мы, кстати, здесь как раз-таки... Подождите. Вот задание где-то тут. Очень интересно, да, получается? Смотрите, на каком-то острове. Ну, круто. Сейчас нам наверняка должны позвонить и сообщить, что делать. Я поверить не могу. Пока что нет, но скоро найду. А вдруг он не согласится? Если он расшифрует файл, выдаст себя. Кинни борец за правду. Говоришь, там есть компромат на Блюм? Да там на кого хочешь найдется. Думаю, их бывший сотрудник не сможет устоять. Когда найдешь Кинни, что ты ему предложишь? Ему придется рискнуть. Если займется расшифровкой, его найдут. Придумаю. Не зря он прячется. Да. Он пошел против Блюм. Разоблачил их. Сыграем на этом. Будешь угрожать ему? Не. Но он хочет отомстить. Он ждет возможности. И я ему с этим помогу. Ну, отлично. Да, тут даже без ручника ее при торможении так конкретно заносит. Вспомним. Что-то надо вспомнить здесь. Ну, эту сцену мы уже с вами видели как-то. Ну ладно, попросили вспомнить, значит, вспомнили. Вообще никаких проблем. Так, и скоро островок у нас будет, да? Опс. Привет, партнер. А мы тут с Ники болтаем. Она чудо. Тронешь ее, шею тебе сверну. Она просто твоя копия. Такая же, нервная. Что тебе нужно? Она спросила, когда ты за ней придешь. Решил узнать. Я нашел того, кто расшифрует файлы. Просвети. Ники Реймонд Кинни, он из создателей CTOS. Он в Поуне, я еду туда. Что ж, неплохо. Только Кинни впутывать не надо. В каком смысле? Код написал он. Он не умеет держать язык за зубами.
Как только доберется до файлов, все тут же попадет в новости. И кому тогда все это будет нужно? Никому. Понял меня? Ищи другой способ. По-другому никак. Если хочешь, чтобы я это сделал, не путайся под ногами. Дэмиан встревожен. Ему нужен этот компромат. Что он задумал? Какой у него план? Лишь бы не помешал. Главное, Кинни расшифрует эту хрень. И Ники спасена. Да, на удивление, простой план. Простейший. Так, подождите, а я ж, по-моему, вообще... Ух ты, блин, я вообще, наверное, не туда сейчас приплыл. С другой стороны, давайте лучше объедем, потому что, смотрите, такой... И с другой стороны, неприступный достаточно островок, поэтому... Я предпочту еще его объехать и заплыть уже с нужной стороны. Да, придется переехать через этот мостик. Аккуратно, никого не трогаем. И да, похоже... Да, вот, мне кажется, тут самое подходящее место. Обратно, правда, как выплывать будем. Так, сейчас. Патруль. Нужен доступ к сети. Если взломаю центр в полной... Все получится. Конечно, взломаем. Куда мы денемся? Так, вот теперь я в закрытой зоне, да? Так, спокойненько. Я понял. Но пока я не вижу камеры, которая помогла бы нам... Упс. Этого я увидел. Так, еще солдатик. Минус один. Блин, я надеюсь, успею до него добежать. Давай. Yes! Сколько за него дает? Плюс 80, нифига. Так, момент. Не спешим. Да неужели? Отлично, камера. Итак, ломаем. И нам нужен чувак с кодом доступа. Так, он ли? Нет. Нет, возможность взрыва у этого. Доступ серверный, вот, пожалуйста. Как все оказалось просто. Так. Куда там дальше? Ну вот. На этом есть камера. И он нас доведет куда надо. Давай. Иди проверь, что там. Вообще, прям супер удаленно получится. Даже можно было никого не обезвреживать здесь. Другое дело. Так, у нас время пошло. Так, работаем. Вот так. Кофе, не мои проблемы. Ну все, уходим. Знаете, я, наверное, так же уйду. И меня никто здесь не увидит. Здорово, тихо получилось, быстро, эффективно. Так, я же... Сейчас. Ну да, блин, тут похоже... Так, аккуратно. Тут уплыть-то не на чем. Спокойно. А то еще под винт попасть вообще будет весело.
Там я, видимо, не заберусь. Так что давайте сейчас с левей. В таком случае как раз уже выйдем из зоны. И нам дадут следующее задание наверняка. Да, вот совсем чуть-чуть осталось, буквально пару метров. Все. Региональный центр управления сети ОС взломан. Ну, не региональный, а районный. Есть, поймали сигнал Кини. Так, и машина тут должна наша стоять. Да, вон она, никуда не делась. Мог и эту, правда, угнать. Тоже хорошая, быстрая. Ладно, поехали. Итак, смотрим. Ну, отлично. Прям меня вот это радует. Компактность. Хотел я телек какой-нибудь найти. Кажется, одну панель я проехал, а там как раз вот это обращение и транслировалось. Ну что же, у нас задание, последняя зацепка. Яблочные пироги и лимонад. Хренов райский уголок. Место, куда все убегают из города. Когда припечет. Я возил туда Джекса и Лену на рыбалку. Не поймали ничего. Но им было все равно. Да, мои лучшие воспоминания. И худшие.